Этот момент попал на видео, которое выложили в сети. В Мариуполе глава государства выступил с речью на театральной площади, а затем направился к драмтеатру. Вокруг него быстро собралась толпа местных жителей, началась давка, и украинский лидер решил срезать дорогу таким образом к машине. За ним пришлось бежать и охранникам, а следом и всем желающим. За последние 5 лет газ для украинцев подорожал в 10. Об этом лично Петр Порошенко. С такими обвинениями в адрес бывшего президента выступил глава политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук. Он заявил, что в 2014 году по инициативе бывшего главы государства была образована комиссия по регулированию в энергетике.